Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня я подготовил материал на тему дропа скинов на Сайбершоке. Как вы знаете, у нас есть премиум подписка, в которую входит эта функция. Рано или поздно тебе когда-нибудь упадет скин, ты можешь его забрать в Steam и продать, либо же оставить и играть на том же Faceit. Так вот, они падают рандомом, а сегодня я буду их выдавать вручную тем людям, которые победили в каком-то состязании. Они будут разные, где-то ответить на вопрос правильно, где-то пройти по хоп-карту, а где-то убить всех и остаться одному в живых. Это очень жестокие голодные игры, но призы, поверьте, очень ценные. 7 режимов, 7 победителей и призовой фонд больше 40 тысяч рублей. И еще, на протяжении всего мажор-турнира у нас действует скидка в 21% на любые подписки, Light или Premium. Если ты хотел купить подписку и этого не делал, я тебе советую сделать это прямо сейчас, потому что осталось реально 2 дня. Не знаю, когда этот ролик выйдет, но лучше поспешить, потому что скидок до этого не было и не планируется вскоре. Я вам желаю приятного просмотра и, самое главное, аппетита. Погнали. Первое задание. Джейл. Сначала мы играем в игру «Тише едешь, дальше будешь». Это копия того, что было в игре кальмара. А дальше начинается викторина из тех людей, которые остались. Все вопросы будут на тему текущего мажора в CSGO. Я отворачиваюсь. Так, поворачиваюсь обратно. Так, Настя, ну вот я точно вижу вот этого. Ты лучше быстрее поворачивайся. Оп, ребят, вы что, рофлите? Чел идет, когда я на них смотрю. Так, ну это точно. Не, ребята совсем не понимают, что надо. Блин, ну они близко, они уже близко. Ты прям на меня конечно смотришь, мне страшно. Как так можно пройти? Я первый. Прошел, хорошо, Кузя, оставайся тут. Все, давайте. Вау, вот это профессионалы остались. Так, вас осталось двое, смотрите. Каденсов и Неурон. Хорош. Так, сейчас второй круг, туда же идите. Так. Дружище, ты был близок. Сюда. Это кто? Так, поздравляю. Привет. Фокс. Вас осталось не так уж и много, поэтому те, кто здесь, сейчас среди вас будет викторина. Задаю вопрос, в чате пишите ответ. Какую сумму призовых получают на мажоре за 9-16 место? Вау, они все знают, что за прикол. И они все, 17 ответов. Кто не написал ответ, выйди вперед. А, стой, там один чел написал, ты сейчас написали, да, один чел. Сингл, выходи вперед. К сожалению, твой, ты поспешил. Какой этот мажор для Нави по счету? 10, 12, 14, 16. Отлично. Вуди, Посендере, Каденсов, Снейк. Выходи пяти вперед. Казнь. Вас осталось 11. Следующий вопрос. У Бита сейчас лучший показатель рейтинга КД 2.0 на мажоре. Сколько он составляет? Кто напишет самую близкую цифру, тот побеждает в следующий, и переходит в следующий тур. Почему они знают ответ? Правильный ответ — это 1.44. Задание будет очень простое. Последнее. Я сейчас спрячусь в лабиринте. Кто меня первый найдет, тот и побеждает в этом выпуске. Самое главное, у вас должен быть у всех включен Shift 24, ну, постоянно. Shift нужно использовать. Так, повернись это, наверх. Если что, не видно. Иди прямо. Шок. Вот тут закоулок, да, вот сюда. В 21.00 можете запускать. Как там? Есть кто-то поблизости? Они очень близко. Один пришел. Вот, все. Кирилл, Кирилл, поздравляю. Нашел. Да. Ура! Ты получаешь нож. О. Сюда. Да.
да. Хорош! Второе задание. Совсем недавно я делал пост в своем телеграм-канале о том, что мы открыли новый сервер, который не заходит в нашу экосистему Сайбершока. Он заключается только в общении людей. Там нет никаких плагинов, ты просто сидишь, бегаешь, никого не убиваешь и общаешься. Так вот, те люди, которые додумаются, как найти этот сервер, могут получить приз. Те, кто зайдет в первые 2 минуты на этот сервер, разыграют между собой скин. Понятное дело, я не смог удержаться, и эта карта из куража. Мы повторили дом 1 в 1. А тут развешаны наши картины с режимами. Здесь наш сайт. А музыка из этого мультика. Олды поймут. Я думаю, что тут многие зрители такого мультика. Он выходил в 99-м году вроде. О! Привет, привет. А как ты сюда зашел? Телеграм. Зеркан, ты иди к нам. Как ты узнал про сервер? Через телегу. Скин в этом конкурсе победит тот человек, который... просто ответит правильно на вопрос. Один вопрос будет. Я загадал число до 100. Кто будет ближе всех, побеждает. Комбо ответил 78, я загадал 77, Настя. Да, уже есть победитель. Я загадал число 77. Комбо, ты победил. Пока. Поздравляем. Привет. Как вы знаете, на Сайбершоке вышло обновление. Мы сделали миссии. Теперь вы не только тренируетесь и играете по фану, но еще и на этом зарабатываете. А раз в неделю вы получаете 5 заданий, за выполнение которых получаете по 1 звездочке. Как только накапливаете 5, крутите ленту, как я это делаю сейчас. Может выпасть либо скин, либо ширжиб, либо девайс Logitech. Мне падает бонус на букву R. Осталось собрать 5 букв, и я смогу открыть рулеточку только с ценными призами. Господи, мне еще одна буква падает, что за рофу. Опа, мне падает авик сейчас, и он стоит около 600 рублей, я предполагаю. 735 рублей. Я могу его оставить, либо продать. Если что, когда ты его оставляешь, он попадает тебе в инвентарь, и ты можешь его забрать в Steam. То есть это все по-настоящему. Так вот, задание на этой неделе — пройти карту Behop Green Glow CSGO, на которой мы сейчас и будем раздавать скины. Третье задание. Оно очень простое, нужно просто пройти Behop карту. Дается 4 минуты, и кто будет быстрее, тот и побеждает. Карта на самом деле легкая. По факту легкая, давайте говорить честно. Пошла игра. 3 минуты. Шок, я да. Пошел. Да, все окей, проходите сколько угодно. Пока лучший показатель — это минута 24. Прошло еще один человек, это минута 19. Это вроде лучший показатель. Я хочу найти XR, посмотреть, как он проходит. XR, можешь проходить немножко? Все, время закончилось. XR, продублируй свою попытку. Если ты сейчас делаешь лучше, чем прошлое время, ты получаешь X2 дроп. Если что, XR побеждает в этом конкурсе, ребят, вы были слишком далеки. Все-таки... Да, у него не получилось повторить, поэтому получает обычный скин. XR, поздравляю тебя. Ты получаешь АВП Азимов. Прямо с завода? Небольшая рекламная интеграция. Мы на сайте GG Drop. И как вы знаете, сейчас эта компания спонсирует Гамбит. И открылась такая новая вкладка, как Гамбита Мания. Вы получаете поинты за каждый сделанный депозит. То есть, если депозитнули 5000 рублей, то можете открыть Интерза за 5000 поинтов. Нового за 265 рублей. Ну а также тут новая серия ключей. Вы можете открывать кейсы, если у вас есть какой-то определенный оборот. У меня сейчас все закрыто. Я открою кейс за 300 рублей 2 раза подряд. Лавки и валетность продаю. Открываю еще раз. У меня оборот уже больше 700 рублей. Я открываю кейс ржавы, потому что я получил эту гребаную возможность. Короче, сейчас G-Drop ударился в кэшбэк. Мне падает испытание огнем. Кейсы Гамбит вышли. 4 раза его. Азимов 3600. Прям 10 тысяч рублей. Я предлагаю сегодня контракт. Очень... достойный такой скинчик. Ладно, я его продам, и в следующей интеграции мы попробуем что-то намутить. Ссылка на G-Drop и промокод есть в описании, ну а мы идем дальше. Четвертое задание. Тест ран. Чтобы выиграть в этом задании, придется выиграть 2 раза. Это усложняет ситуацию, но как-никак ценный приз. 10 секунд до начала. 27 человек сейчас будут бороться за скин. Раз, два, три, полетели. Так, ну слушайте, пока. Пока они очень долго держатся на спавне. Ой-ой-ой, это было жестко сейчас. Настя, там кто-то проходит уже вперед, далековато. Да, очень далеко. Да-да-да, вижу. Да, чел прошел вроде. Молодец, Кузя, мы тебя зафиксировали. Делаем еще раз. Так, пошел в процесс. Паум. 5 человек осталось, Настя. Мы хорошо сейчас проходим. Так, Кузя жив? Нет, остался только Канат и Станислав. Слушай, Настя, давай дадим ему шанс. Пусть он...
Ладно. Так, в этом раунде никого нет из победителя, поэтому рестартуем. О, господи, там чел так проходит. Давай я ему буду давать шанс, я ему даю шанс, и в какой-то момент просто он... Ладно. Картофан. Поднимайся, дружище, поднимайся, ты сейчас проиграешь, поднимайся. Он сейчас может проиграть, какой... Сбоку лезть. Он сейчас... Он проиграл! Ты проиграл! Мокер, ты выиграл. Вау, полетел. Так, кто это? Куратор? Поздравляю, у тебя есть 1 балл. Рестартаем. Кузя, Куратор и Мокер. Так, у нас есть победительность. И внимание, это человек по имени Кузя! Лучший! Лучший! Кузя, молодец! Кузя, красавчик. Кузя, легенда, как вы и говорили. Кузя, поздравляю тебя, какие у тебя эмоции? Надо микрофон купить. Надо микрофон купить. Надеюсь, ты эти деньги потратишь на микрофон. Внимание! Опа! Эмо, а, у меня замучен все это время был. А, так он разговаривал! Как я выиграл? Собершок, настоящие эмоции, настоящие розыгрыши и конкурсы еще интересные. Пятое задание. Пропхан. В этом режиме люди играют за декорации, и их задача спрятаться настолько хорошо, чтобы их бы не заметили. Так вот, задача игроков — это спрятаться, чтобы я бы их не нашел. 15 секунд, и мы начинаем игру. Ну все, погнали, мы должны... Да, ищем еще, погнали, ребят. Убивайте всех, кого видите. Наша задача — никого не оставить. О, это мой будет килл. 3 человека осталось. 3 человека. О, 2 человека осталось. Саддель и Фрос. Так, ладно, ну мы проиграли. Саддель и Фрос. У нас тут 2 победителя, но так как условия были иметь полную подписку премиум, побеждает скин именно Фрос. Я сейчас Тумаш выпадет, этот пипец. Поздравляю! 6-е задание. Зомби эскейп. Задача атакующих — это сделать как можно больше заражений, а задача защищающих — это сделать больше урона. У нас будет иметься 2 победителя, и среди них сыграется дуэль. Пошла игра, до первого заражения 13 секунд. На сервере 62 человека. Просто посмотрите на это зрелище. Просто посмотрите на это. Появились зомби, защищайтесь. Все, первый зомби у нас есть. Карта из Mirror's Edge. О, господи, что творится? Просто посмотрите на это. Это что такое? И каждый из них борется за этот скин. О, они поднялись. Они поднялись. Фрейз сливается, Фрейз убегает. Единственный вроде. У Фрейза есть все шансы. 3 человека осталось, 2 человека осталось. Фрейз единственный остался. Сейчас... Я не знаю, что должен сделать Фрейз, чтобы выиграть эту игру. Смотрите, сейчас за ним просто полетят все. Смотрите, что творится. Некоторые даже погибают, серьезно. Так. Я выиграл. Великий иконат у нас победителя. Давай. У нас было 2 победителя, но ситуация повторилась. У человека не было полной подписки, поэтому приз ушел одному человеку без разбирательства на дуэлях. Спасибо! Всем привет! Передай привет Сифону! И последнее, 7-е задание. Оно решит, кто заберет еще один ножик в режиме мини-гейм. Очень легкие правила. Нужно выиграть всего лишь 2 раза. Поверьте, там это делать очень просто. Правила очень просты. Все спавнятся вокруг зоны. Кто первый добегает до нее, может выбрать режим, который выбирается сверху. Все очень просто, но очень интересно. 20 человек на сервере. Т выбирает, либо АИМК. А он выбрал АИМКу. И сейчас тот... То есть делает большее количество фрагов, побеждает. 1 балл. 2 очка есть у Арспауэра. 10 левел. 1, 2, 3, 4 десятых левел фейстов. Так, смотрите. Арспауэр, Монли и Бухоп. У нас 3 человека. И еще один человек. И Пайп. Хорошо, я вас всех записываю. Идем next, вы все 4 победителя. Что же ты выберешь? Это что у нас такое? Майнкрафт? Рандом? Шок. Все, он выбрал. Все, давайте, good luck. Ой-ой-ой, слушайте, карта такая интересная на самом деле. Она страшная, похожа на Чернобыль. Так, Бхоп побеждает, еще 1 балл. У Бхопа 2 балла. Бхопа нужно выиграть еще один раз. Рейджбот выбирает сейчас локацию. Он выбрал ту же карту. Все, игра пошла. Бхоп умер первым, это кошмар. Риплер, FreeQS. Ну хоть когда-то FreeQS выиграет в выпуске, смотрим.
попадает. Три фрага у Фрикеза, два у Уча. Фрикез умирает, рейджбот режет с ножа, каким это образом получается. Арспауэр, Учиха, Фрикез и Арспауэр. Арспауэр 2 очка, Пайп монили по одному, Похоп 2 очка, Фрикез и Учиха по одному. Все, все готовы? Зинга! Выбирай карту. Карту выбрали. А, нет. Да, выбрали карту. Это на крыше. Если сейчас Фрикез делает 3 килла, то он побеждает сразу же. Тебе убивать надо, Арс. О боже! Димон! Нет, стоп, стоп, стоп. А, да, все. Арспауэр выиграл. Арспауэр выиграл нож. Нож за это. За это дерьмо задание. Человек победил нож. Просто за мини-гейм. Вы понимаете, что творится? Давайте модератора. Если что, все, что у нас сегодня было в ролике, это настоящие скины, которые можно забрать себе в Steam. Вот он. У него есть кнопка «Забрать», как у меня, и он ее забирает. Такие его дела. Это был Сабишок. Надеюсь, вам понравился ролик. Ожидайте новую раздачу. Чтобы это не пропустить, подписывайтесь на мой Telegram, на паблик Сабишока. И, понятное дело, покупайте премиум-подписку. Сейчас она очень выгодна. У вас осталось 2 дня, либо 1 день. Всем пока, с вами был я, Эрик Шоков. И посмотрите мой другой ролик, если вы еще не идете спать. Пока.